Пауза. Я Акопяна Ни, ученица 7 А класса школы номер 3 города Котельники Московской области, представляю вашему вниманию стихотворение «Ко дню учителя». В день осенний, когда у порога задышали уже холода, школа празднует день педагога, праздник мудрости, знаний, труда. День учителя, слушайте сердцем в эти звуки, что дороги нам. Всем, что связано с юностью, детством, мы обязаны учителям. Горечь первой досадной ошибки, сладость первых нелегких побед. Пусть же все отразится в улыбке, излучающей мудрость и свет. Вы душою всегда молодые, свет и радости с нами деля. Наши строгие, наши родные, терпеливые учителя. Сил вы нам отдаете немало, и любви, несмотря ни на что. Как вы верите в нас, и, пожалуй, верить так не умеет никто. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра не погаснет той веры в свеча. Без учителя нет космонавта, инженера, поэта, врача. Жизнь велит вам учить, нам учиться. Опыт ваш — это мудрость и клад. Все, что взяли от вас, пригодится, и весомее станет сто в крат. Свету, мудрости, правде учите наши души и наши умы. Все, что в жизни вы нам зададите, постараемся выполнить мы.